И всем привет, ребята! С вами я, Мурат, и сегодня Яндекс Алиса мне будет составлять скин в Роблоксе. Алиса, привет! Привет! А это знак, что я оказалась именно у вас. Будем дружить. Алиса, привет, Ютуб! Подпишись на канал Мурат Миниханов. Алиса, сегодня ты снимаешься на моем YouTube-канале. Сегодня ты мне будешь составлять скин в игре Roblox. А что за игра такая? Ты что, совсем не знаешь? Алиса, как, что мне выбрать в Roblox? Как, какие лицо? Лицо человека, лицо женщины или лицо мужика? Нашлось в интернете. К сожалению, все существующие в Роблоксе лица созданы непосредственно разработчиком. Алиса, выбери мне лицо, пожалуйста, выбери мне лицо в Роблоксе. Лицо женщины или лицо мужика? Какое ты выберешь? Скажи мне. Я бы выбрала женское лицо. Ну ладно. А теперь волосы. Алиса, какие ты мне волосы выберешь в Роблоксе? Свои стандартные волосы или волосы женщины? Какие выберешь? Вам, наверное, лучше волосы женщины выбрать. Они мягче. Ну, выбрала, а что? А теперь скин. Как я буду выглядеть? Тут есть даже зеленый, красный, бежевый. Или я буду негром? Что ты выберешь? Простите, в этом Алиса, я не эксперт. Давай, выбери мне в Роблоксе любой скин. Ну, там, какой будет цвет у меня? Какой у меня будет цвет? У вас будет зеленый цвет. У меня бы такой был. Кстати, желтый не самый популярный цвет в одежде, потому что чаще всего он... Ну, у меня девочка в Роблоксе похожа на какую-нибудь там, ну, похожа она на зомби. Внешне или характером? Алиса, какую ты мне голову выберешь в Роблоксе? Квадратную голову или голову робота? Я выбираю второй вариант. А какую ты выберешь голову у меня в Роблоксе? Круглую голову или квадратную? Я бы выбрала квадратную голову. А что? Спасибо, ты мне выбрала. Ты мне выбрала квадратную. Это круто. А вы играете в другие компьютерные игры? Алиса, какую ты мне голову выберешь в Роблоксе? Обычную голову или круглую голову? Я бы выбрала круглую голову, но это только мое мнение. Ну, я выбрал круглую голову, и что теперь? Я бы выбрала круглую, а не квадратную. А вы какую? Ну, пусть остается оригинальная голова. Теперь мы переходим к рукам. Какую руку ты мне выберешь? Это лицо. Какое ты мне выберешь лицо? Лицо девушки Синди или лицо женщины? Поняла. Тогда я выберу женское лицо. У вас есть кукла Синди Барби? Синди Барби? Да я не девочка, чтобы играть в куклу. Теперь тело. Теперь у меня тело будет. Какое тело в Роблоксе ты выберешь? Тело девушки или тело робота? Или свое оригинальное тело? Не хочу отвечать, Алиса, на этот вопрос. Ну, я составляю скин в Роблоксе. Помоги мне составить. Какое мне выбрать торс? Подозреваю, что это домашнее задание. Признавайтесь, я права. Алиса, составь мне скин в Роблоксе. Какой мне выбрать торс? Женщины или мужчины? Это сложный вопрос. Алиса, ну ты совсем не умеешь составлять. Я сам выбрал. Алиса, а теперь мы будем выбирать в Роблоксе руки. Какую ты мне руку выберешь? Руку мужика или руку женщины? А как вам вариант руки дерева? Какое рука дерева? Тут есть только рука робота и рука женщины. Какую руку выберешь? Руку робота или мою оригинальную руку? А как вам рука скелета? Или даже рука скелета? Да тут нету руки скелета. Лучше быть... Какую руку выберешь? Руку робота или мою стандартную руку? Я вас поняла. Можно тогда руку дерева?
Но вы знаете, что в ней много мусора? Да это в Роблоксе. Какую ты мне выберешь, руку робота или обычную руку? Можно выбрать руку робота, как думаете? Ну давай. А теперь вторую руку. Вторая рука робота будет или оригинальная? Какая? Оригинальная. А вы знали, что существуют руки-боты, которые умеют выполнять различные действия? Вы знали об этом? Какие роботы руки? Мы сейчас Роблокс. Какой мне теперь ногу выбрать? Ногу робота или обычную ногу? Ну, я бы выбрала ногу робота. Все-таки у них все в разы сложнее устроено. А еще есть левая рука робота и оригинальная левая рука. Какую левую руку выберешь? Давайте левую. А вы любите рисовать? Какую ты мне руку в Роблоксе выберешь? Еще раз, руку робота или мою оригинальную руку? Я бы выбрала вашу оригинальную руку. А теперь вторая рука, вторая нога. Какую ты мне выберешь ногу? Мою оригинальную ногу или ногу робота? Ну, если ноги робота и робота, это так важно в игре, то я бы выбрала ногу робота. Как думаете? А ты мне выберешь какую руку? Мою оригинальную руку или руку робота? Ну, какую ты мне выберешь? Я бы выбрала руку робота. Ну, не пойдет. Я сказал, не подходит рука робота. Лучше оставлю руку, как там, в Роблоксе. И ноги робота не подходят. Мне нужны оригинальные ноги. А где же вы их возьмете? Это игра Роблокс. Ты что, не понимаешь ничего? А как в нее играют? Да ты даже в Роблокс не играла. Что это с тобой, Алиса, такое происходит? Ты что, в Роблокс не играла вообще? Я сейчас почти не играю. А что, хорошая игра? Да, очень хорошая и крутая. Ну, мне не нужна рука робота, нога робота. Она не очень смотрится. А теперь мы переходим к виду. У меня низкий вид или большой, или будет низкий вид, или... Ой, нет, не подойдет. Алиса, теперь мы в Роблоксе будем выбирать мне... кофту. Какую ты мне кофту выберешь в Роблоксе? А как вам кофта с ушками? Нету такой кофты. А ее нету вообще. О, такой кофты. А какую ты мне кофту выберешь? Ну, я ищу кофту, а ее нигде нету. А в интернете заказать? Да это в Роблоксе. Я не вижу никакой кофты. Чтобы мне одеть, я говорю, какую мне одеть, шорты или оставить брюки женщины? Что мне выбрать? Наденьте что-нибудь удобное и Алиса, по погоде. Алиса, что мне в Роблоксе надеть, кофту или шорты? Ну, мне больше всего нравится, чтобы вы надевали и кофту, и шорты. У вас будет самый интересный образ. Это у меня будет самый интересный скин в Роблоксе, Алиса. Ну, скин у меня будет крутой, но все за меня засмеются, что у меня скин девочки. Я же мальчик. А можно попонятнее, пожалуйста? А какую кофту выберешь? Черную или белую футболку? Что выберешь? Зеленую, конечно. Да там нету зеленой, я выбираю черную. А почему вы не берете белую? Потому что черную я захотел. Еще тут есть бирюзовая кофта. Какую выбираешь, черную или бирюзовую? Я буду за вас болеть. Мне больше нравится бирюзовая кофта. Ну, спасибо тебе. А теперь мне нужны штаны. Какие ты вообще штаны выбираешь? Шорты или черные штаны? Черные, конечно. Любите спортивные? Ну все. В Роблоксе вот и мой скин. У меня скин... Девочки, все, Алиса мне составила скин. Всем пока, ребятки, подписывайтесь на мой канал. А что там за канал? Расскажите поподробнее. Алиса, ты что, не знаешь? Я блогер вообще-то. Ну ладно, всем пока. Алиса, скажи всем пока. Так вы блогер? Да. Я очень за вас рада. А как вас можно найти? Пока. До скорого.
Всем пока!